Природные и урбанистические пейзажи, натюрморты и портреты жителей. Каждая картина выставки «Новогодние Химки» рассказывает о жизни городского округа. Объединяет их одно – время года. Все работы тематические, посвящены зиме, новогодним и рождественским праздникам. Свое полотно представила на суд зрителей Мария Семенова, известная художница, педагог и постоянный участник выставок арт-центра «Артишок». Сюжет для картины – белки и красногрудые снегири на фоне заснеженного леса. Дело в одном из парков на левом берегу. «Серебро зимы» называется эта работа. Эта работа выполнена в технике масляной живописи. Начинала с натуры, но дописывала в мастерской. Праздничное, новогоднее, прекрасное настроение. Химкинские художники предоставили свой взгляд на Химки. Всю красоту родного города постарались отразить в своих произведениях. И, конечно, это очень почетно участвовать в такой выставке. Всего на выставке представлено около 40 работ. Полюбоваться картинами и художественными фотографиями с видами зимних Химок можно будет до середины января. Работы представлены в центральном зале музейного комплекса.